Уважаемые жюри Russian Hospitality Awards, здравствуйте и добро пожаловать в Radisson Collection Hotel Moscow. Я Станислав Кондов, и я генеральный менеджер этого отеля. Я являюсь победителем в 2021 году в номинации «Лучший генеральный менеджер». Наш отель много лет участвует в конкурсе Russian Hospitality Awards и был награжден как лучший MICE-отель и лучший бизнес-отель и отель с лучшим завтраком. Пришла пора побеждать в номинации «Лучший лакшери-отель». Кто-то может подумать, им стоит быть скромнее в такое время. Но лакшери – это не про скромность. Лакшери – это про изобилие качества. Мы всегда стараемся дать нашим гостям больше, чем 5 звезд, больше роскоши, больше услуг, больше изысканных блюд и напитков, больше времени и внимания. А время и внимание – это и есть самая большая роскошь в наши дни. Кто, если не мы? Когда, если не сейчас? –